Здоров. А кто не знает, куда пропал Владимир Познер? Я вот что-то о нем уже год никаких новостей не слышал. Типа, вроде как его программа больше не выходит по каким-то необъяснимым причинам, необъясненным, точнее, с его стороны. Вроде как даже говорят, что это он ее закрыл. Вот. Я что-то попытался погуглить, где он сейчас находится. Вроде как он там с ермольником что-то зажигает где-то в Штатах. В общем, кто-то, может, что-то знает. Вот, если интересно, накидайте мне там пальцев вверх, там штук 10 достаточно будет. Я посмотрю его интервью какие-то, которые он давал, не давал. Я так понял, особо о себе не распространяется пока по эту информацию, дам вам полный ответ. Куда пропал Познер?